главное, специальное предложение сегодняшнего дня, именно праздника одной цены в рубрике «Обувь». Это слепоны Мирена. Самая мягкая, самая актуальная на весенний-летний сезон обувь, в которой вы будете летать. А вы знаете, я скажу сразу, у нас только топы сейчас. Лидеры продаж. Более 300 пар было куплено всего за 5 минут прямого эфира еще только в апреле. Микола Комендров, ваш личный стилист, эксперт, виджмейкер, дизайнер, представляет сейчас эту пару. И самая, пожалуй, гудоперчивая модель за сегодняшний день у меня сейчас в руках от бренда Кюмфо. Мягкая пластичная пористая поверхность платформы Соты обеспечит вам максимальную амортизацию и практически парящий эффект в воздухе. Внутри у нас с вами находится мягкая уютная стелька, но уже по традиции на материале Memory. Она сразу запомнит все нюансы и сделает их вашими преимуществами. Также натуральная кожа с эластичной подстройкой для вашего подъема, элегантная перфорация в этническом стиле и прошивной метод крепления обеспечит возможность носить такую обувь годами. Ну и, конечно же, эта модель будет для вас самой любимой, ведь в ней можно сделать 100 дел за день. Да, это у меня в руках вот такой красивый сливовый цвет. Фиолетовый будет называться в заказе. С техникой глассажа. Обратите внимание, более темные мыски и задинки. Следующий цвет синий, также с техникой глассажа, контрастирует с коричневым цветом карамельной платформы и, безусловно, смотрится очень изысканно. Так же, как и коричневый оттенок, идеально подойдет для тех, кто любит нейтральную обувь или с помощью бежевого вытягивает себе силуэт. Я выбираю сегодня бежевый цвет, просто восхитительный. Здесь очень много нюансов, здесь очень много положительных историй, но даже то, что, смотрите, я надеваю их без специальной ложечки, они настолько... Только мягкие, кожа просто восхитительная, при том, что у меня высокий подъем, я понимаю, что носить их будет безумно легко. Итак, внимание, от 37 до 41 размера сегодня представлена особенная коллекция со скидкой 64%, они стоили 7000 рублей, сейчас цена зафиксирована 2499. Микол, многие телезрительницы первый раз включили заказы, я предлагаю новым телезрителям делать заказы, если вы еще не знаете, как выбрать размер. Данная модель будет все-таки выбираться от 36 до 40, то есть на размер больше. Несмотря на то, что вам Анастасия, вот, кстати, демонстрирует сейчас на свой 39-й 40 размер, несмотря на то, что Ольга наша демонстрирует вам сливовый цвет в размере 41, она тоже пояснила то, что данную модель лучше выбрать размером больше, потому что у нее 41,5. А так как нет 42, значит, ей лучше бы от нее отказаться. То есть 40,5 забирает 41. И 40-й размер забирает 41-й. 37-й у нас с вами уходит 36-му. Я, кстати, тоже померил 41-й. Не критичное сдавливание, но понимаю, что на мой 41,5 тоже не подходит. Ты знаешь, вот буквально недавно смотрела отзыв от Виктории из города Самара, которая сказала: девочки, я очень долго и скрупулезно подбирала себе пару обуви, естественно, из натуральной кожи. У меня сложная стопа, у меня вальгусная деформация, и поэтому для меня... обувь обязательно должна быть мягкая. Я сделала выбор в пользу слепонов Мирена, и вы знаете, говорит, ничуть не пожалела. Сейчас, получается, апрель, май, она носила, да, там начало, середина мая, то есть полтора месяца она носила эту обувь на работе, и причем, говорит, для меня самое важное было то, что я их надела и сразу стала носить, а до этого обувь я разнашивала. Вот насколько высокого качества здесь сама кожа бренда Кюмфо. Да, кожа здесь мягкая, то есть мы делаем вывод, то, что она была правильно продублена, при этом не растянута мирия, поэтому кожа сохраняет свою естественную эластичность. Перфорация, которая идет от мелкой до крупной, и в некоторых случаях просто подрезание верхнего слоя для создания орнамента, обеспечивает все-таки естественное прилегание. Кожа подстроится под вас. Мысочная зона, хочу сказать, даже после своей собственной примерки, у меня широкая стопа, здесь идеально. То есть здесь можем делать вывод, что удобно будет и вальгусным, и варусным деформации. Высокий по подъему очень удобная модель. Единственное, как бы я напомню, мы забираем на размер больше для того, чтобы получить правильный результат. То есть от 36
по 40-й, вместо 37-го по 41-й. Кстати, если вы сейчас оплачиваете карты, вы получаете скидку 5%. Торопитесь и делайте заказы, вам все расскажет оператор колл-центра. Выбирайте две наших пары и получайте сегодня бесплатную доставку. И знаешь, что меня еще покорило, Микул? Ну, поскольку я выросла действительно на Дальнем Востоке, я знаю, что такое неровные дороги, не как в Москве у нас все идеально, да, когда каменистая поверхность, когда скалы. И вот у нас дом, военное жилье было, когда нужно идти минут 25 через лес. И знаешь, там какая ситуация была? Там же китайская обувь вся практически была. И там очень сильно лопалась подошва. Да, то есть не выдерживала нагрузки, хотя, по идее, даже не слишком сильный лишний вес. Это было там у моей мамы, у моей подруги. То есть это действительно такая частая проблема. Здесь такое ощущение, они как, знаешь, как пластилин вместе с тобой. Да, полностью с тобой согласен. Тот самый пластилин, это у нас с вами каучук. Все помнят в детстве такие цветные мячики, которые подкидываешь, они очень сильно подпрыгивают от стены и возвращаются обратно в руку. Вот то же самое получаем мы здесь. Только внутри здесь поверхность в виде сот. Ну, номинальное изображение просто решетки, по факту они имеют пустоты, то есть создающие воздушную подушку. Как обувь сама по себе разделена? Вот такая стелька с техникой memory, это особый неспененный латекс, он очень хорошо запоминает ваш силуэт. Между ним находится у нас с вами еще дополнительная коробочка, которая создает вот этот самый прокачивание насоса, как рессоры у машин. Поэтому, когда вы ходите, любые камни и неровности, обувь как бы их поглощает, как лизун ползет по ним, а вы просто ходите по ровной поверхности. Итак, дорогие мои, самые лучшие предложения для вас сейчас в прямом эфире, и это обувь проверена ведущей, то есть мной. Мне понравилось, что все прошито, вы будете танцевать их годами. Мне понравилось, что здесь не вылезают пальчики, а это значит, вы можете даже отправиться без педикюра куда-то, да, или если они у вас, допустим, деформированные бывают. Мне нравится, что они безумно мягкие, то есть вы не чувствуете их на ножке, что они подходят под высокий подъем. А значит, такие слепоны вы носите всегда и везде, знаете, как с закрытыми глазами, понимаете, что это обувь для вас. Ну и, конечно, натуральная кожа. Две любые пары, это бесплатная доставка из рубрики «Обувь», это предпоследний час, поэтому торопитесь. Лучшее предложение, цена 7 тысяч, спустилась до 2 499 рублей. Только один день.